Экологов с лопатами в заброшенном песчаном карьере вблизи деревни Шолохово Даниловского района встречают местные жители. Год назад вся округа здесь была усыпана тоннами черного порошка. Этой химии всякой было навалено. Тут невозможно было дышать, першение в горле, невозможно было находиться. Это химия. Падали, был химический ожог на руке. Как показала экспертиза, черный порошок – отходы металлургической промышленности 4-го класса опасности. В Ярославскую область их привезли из Череповца. Практически сразу же местные жители забили тревогу. Информация в виде обращения с мольбой о помощи и ликвидации экологической опасности дошла и до губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Тогда же были приняты все необходимые меры. В феврале 2017 года здесь был организован незаконный ввоз отходов металлургического производства. Завезено было большое количество отходов. И, в принципе, правительство области уже подключилось к решению этой проблемы. Сегодняшний выезд комиссионный нацелен на то, чтобы определить реальное состояние, экологическую ситуацию. На данный момент черный порошок из деревни вывезен на полигон. Почва прогредирована. По предварительным данным, вред окружающей среде причинен более чем на 27 миллионов рублей. Эта сумма фигурирует и в исковом заявлении. Для безопасности местных жителей идет регулярный мониторинг почвы и питьевой воды в колодцах. Параллельно проводится масштабная работа по восстановлению окружающей среды. Сначала убирали все это добро, которое нам привезли из Череповца. Теперь второй этап. Теперь мы заказали проектно-сметную документацию по рекультивации вот этого места, где мы с вами находимся. В этом году поставлена задача главу района сделать проект рекультивации. В бюджете района заложены деньги на проектирование. К слову, иск о взыскании с виновником многомиллионных штрафов сейчас находится в суде. А результаты анализов на предмет вреда природе и здоровью человека будут готовы через 2 недели. Дарья Кос, Сергей Мазилов. День в событиях.